Бутылка насос – это очень удивительный насос. Нам для этого необходима 200-миллилитровая пластмассовая бутылка, монета, липкая лента и ножницы. Сначала сделаем отверстие в крышке от бутылки с помощью ножниц. Помещаем монету, чтобы закрыть отверстие. Сделаем отверстие около основания бутылки. Теперь возьмем длинную лепкую ленту длиной 2 см и где-то 1 см прикрепляем от себя. Теперь прикрепляем ленту к бутылке, к отверстию, которое мы сделали у основания. Липкую часть прикрепляем к отверстию. При этом образуется клапан. Как видите, он открывается и закрывается. При выдувании бутылки откидная створка поднимается. Теперь устанавливаем крышку к бутылке. Помещаем бутылку в емкость с цветной водой. И начинаем сжимать. Как и видите, вода постепенно поднимается в бутылке. Как только бутылка заполняется водой, при сжатии бутылку вода начинает выходить наружу с большой силой. Большое количество воды можно вынести из простого насоса сжатия.